Всем привет! Выходные приближаются, значит, самое время составить планы и посмотреть, что же интересного приготовил город. Прямо сейчас в нашем обзоре. Поехали! В пятницу вечером во дворике музея «Модерна» вновь прозвучит инструментальная музыка. В воздухе будет витать любимый джаз. Интеллектуальный вечер, чтобы послушать, подумать, поспорить. Начало в 8 вечера. Выставка Identity, что означает «идентичность», откроется 21 августа в галерее «Формограмма» и проработает всего 3 дня. На выставке будут представлены автобиографические аудио- и видеоинсталляции, которые бросают вызов социальным и гендерным стереотипам. Хочется чего-то необычного? Тогда все дороги ведут в музей Ильдара Рязанова. В это воскресенье там проведут лекцию о фантазиях зрителей и критиков эпохи зарождения кинематографа. Начало в 16:00. На радость зрителям в Самаре возобновляют традиционные органные концерты в кирхе. В воскресенье начало в 2 и 4 часа дня. Онлайн-мероприятия, похоже, крепко закрепились в повседневности. Поэтому Самарская юношеская библиотека совместно с Институтом восточной культуры проведут неделю японской культуры. До 24 августа в онлайн-режиме для самарцев приготовили мастер-классы, исторические экскурсы, японскую поэзию и многое другое. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи! What?